Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, что у нас тут? Это мы забираем с тобой энергию. Так, участвовать в рейдах нам нужно. Короче, ребят, сегодня открываем двух персонажей. Как обычно, накопил, так что давай. И первый, ребята, это будет Роук. Наконец-то я ее получил. Долго я мучился, но тем не менее. Это последний всадник апокалипсиса. Как вы знаете, южная красавица и мутант, который лишает врагов сил при касании. Рок разрывает вражескую оборону и защищает союзников. Ну, как-то так. Вербуем. Вербуем. С деньгами, как всегда, ребят, проблема. Так, что они там? Мега-удар. Это снимает с основной цели барьер и наносит ей 80% урона. Если у основной цели нет барьера, ага, проводит бонусную атаку, нанося 80% урона. Нормально. Так, и тесный контакт. Накладывает на основную цель замедление. Снижает шкалу скорости основной цели на 25%. Наносит основной цели 100% урона. Дает ускорение и заполняет шкалу. Ага, этой атаки невозможно избежать. Ее нельзя заблокировать. Ну и у нее также идет бонус в космических испытаниях. Дает плюс 500% дополнительной концентрации для этой атаки. Во время защиты в космическом испытании вместо основной цели атакует врага с наиболее заполненной шкалой скорости, игнорируя провокацию и скрытность. Ну, слушай, ну неплохая вроде, да? Всадница. И, ребята, Человек-паук. Павитр. Честно говоря, не знаю, что в нем тут хорошего, в этом павитре. Вот. Четкие удары, наносит основной цели 100% урона. Также атакует двух ближайшие цели, нанося 100% урона. Понятно это, четкие удары. И стильный полет. Наносит основной цели 80% урона. Атакует до двух ближайших целей, нанося 80% урона. Может возвращаться к уже пораженным целям. На эту атаку нельзя ответить контратак. То есть можно атаковать у того, у кого стоит контратака. Нам нужен был павитр. Для чего, ребята? Это Человек-паук. Для того, чтобы мы смогли с тобой продолжить основную сюжетку. Основную сюжетку я имею в виду на событиях. На событиях нам надо вот это вот продолжить. Именно для этого нам, кстати, нужен был павитр. Но прежде чем туда пойти, давай хоть немножко его прокачаем, чтобы он уж не сразу падал у нас. Денег, конечно, у меня мало. Я бы даже сказал, вообще нету ни шиша денег. Ну, хоть немножечко его прокачать, хоть капельку. Так, насколько тут можно ему... Ну, давай вот. Блин, мы тогда... Ну, ладно, фиг с ним. Просто мы ему скиллы должны прокачать, плюс улучшить его. Пипец, конечно. Да. Вообще проседаю конкретно. Я по голде. Я не знаю, как мы будем с тобой проходить основную сюжетку. Так, что там? Моботанский наскок. Наносит основной цели ближайшим целям 160% урона, а также атакует 4 ближайшие цели и наносит 160% урона. За каждого врага с замедлением накладывает на персонажа и всех союзных героев, использующих вселенной, барьер в 5% от максимального здоровья этого персонажа. И опять же нельзя ответить контратакой. Не знаю, сейчас мне кажется, этого Человечка-паука у меня просто-напросто на этом событии разнесут просто в пух и прах. Пикнуть не успеет. Ну, сам подумай, ну что это такое? Ну, 3371 силы. А мне его нужно брать в обязательном порядке. Так, давай, может быть, где-нибудь получим голду, но я в этом очень сильно сомневаюсь. И, кстати, у нас, по-моему, очень много энергии, да? 300 энергии, давай-ка мы, наверное, ее сбагрим. На поиски. Так, кого мне тут надо? Мне надо бы этого прокачать для событий. Но он уже... Он уже был в поисках. Так, Рона натругать не буду. Так, а ты у меня как? Тоже, да? Тоже мы тебя искали уже. Шаттерстар не ищется. Дракса, если честно говоря, не особо хочу искать. Давай Полярис тогда. Полярис нужна будет мне тоже там для каких-то событий, уже не помню, если честно. Так, да? Поехали дальше. Так, темного ястреба вроде бы искал. Нет, не искал. Так, забираем здесь. Смерть пул.
Решил, ребята, ее немножечко подкачать. Ну, это будет уже, наверное, после того, как мы с тобой прокачаем Железного человека зомби. А его качать еще, ё-моё, качать и качать. Блин, 120, это еще нужно 180. 180 карточек ДНК на него. Жестко. Ну что, давай тогда множителя поищем. Он тоже нужен будет мне. Хотя, подожди. Нет. Лучше мы, знаешь, кого будем? Из семи зла. Вот кто мне нужен. Мне нужен темный зверь. Попробуем его в ближайшее время до 300 прокачать. Ну, то есть до фулки. Блин, на джиггернаута зомби не хватает всего лишь одной карточки. Блин, обидно, пипец. Так, смерть пул пока постоит. Ну и шершня. Я просто, ребят, всю энергию добью сейчас. Так, энергию добили. Может быть, задание выполнили? Нет, ребят, не выполнили. Тут нужно 21 тысяча, у меня пока 18. Ладно, ничего страшного. Давай. Че там зависаешь? Тупишь уже. Так, и здесь заберем. Так, тут у нас, ну это понятно, это на разборку летит сразу же. Здесь у нас... Дай, пожалуйста, 3 миллиона. Дай 3 миллиона мне. Да, конечно. Дождешься ты от них 3 миллиона, конечно. Мне, кстати, уже давненько, ребят, не выпадали лямчики. Такие сущие копейки выпадают, и все. Так, ну здесь понятно, здесь у нас... Не буду я даже тут заморачиваться. Надо будет рок теперь прокачивать. Уж не знаю, сколько у меня уйдет времени. Ну, вообще, надо, ребята, прокачивать. Мне, наверное, все-таки 7 зла для событий, для прохождения хотя бы первого акта на апокалипсисе. Долго, да, я не спорю, там придется вкладываться. Ну, а что поделаешь? Так, ну что, здесь все вроде бы забрали? Нет, не все. Все эти награды. Так, и последняя у нас. Да ладно, это есть у нас. На разборку летит. Так, 7000. Давай посмотрим, что у нас тут по припасам. Тут либо барона докачивать. Можно гравитона докачать. Но я лучше, наверное, плаща и... Не знаю, мне не нравится почему-то этот мужик. Какой-то он скользкий, типа. Ладно, пускай будет гравитон. Шут с ним. Так, здесь шаттера будем прокачивать. Здесь пока ничего вообще нету. Так же, как и здесь. Ну-ка. Ящер. Так, вот магнета, наверное, я, друзья, прокачаю все-таки на последнюю звезду, 7-ю. А то он так сидит у меня на 6-й звездочке. Сколько там получит он к мощам? Ну, почти, ребята, 200 тысяч мощей насобирал он, почти. Так, это все распетрушиваем. Здесь забираем наши сферы. Иза, так скажем. С которыми, кстати, у нас проблема. Особенно с зелеными. Синие-то ладно, еще более-менее есть. А вот зеленые просто беда. Так, бластеры, буяны, сдерживатели, протекторы. Так, что, все, нет? Ну, вроде бы да. Так, монет у меня 1800. Что я тут за 1800? Ну, могу 5 карточек купить на Нуара.
паука, но... Нет. Очень мало. Ну что, давай еще прокачаем, наверное, нашего паучка. Где он тут у нас? Запропастился. Блин, ты так задолбаешься искать. Надо здесь искать паучью вселенную. Войны. Может быть, воин паутины он? Нет, на воинах паутины его нету. Так, может, мастера паутины? Даже в мастера паутины его не добавили. А почему? Он же вроде бы как, ну... Вот, пуча вселенной. Здесь-то его покажут. А вот он. Давай улучшать тогда его. Ну, он какой-то мамбута, да? Мамбута. С какого-то племени, я так понимаю. И вообще, ребята, если честно говоря, я не знаю, может, в каких-то комиксах он присутствовал. Где он вообще? Откуда он? Неизвестно. Так. Он все равно будет слабый. Он все равно будет слабый. Ну, хотя бы немножко продвинуться. Хотя бы капельку. Там, как всегда, наверное, скажу, давай 5 звезд ему, 6 звезд вкачай. 100% так и будет. Так, эти тоже давай создадим. Все. Бабла больше нету. Ну что, пошел я, короче. Блин. Не дадут уйти. Все время что-нибудь дополучаем. Ну что, пошли на события, короче. Остановились мы здесь. И вот тут. Как я сейчас буду проходить, блин, я вот, честно говоря, ума не приложу. Так, у этой 34, у Нуара 28. Но Нуар будет поинтереснее, если, как по мне. Ну... А, на ее нужно в обязательном порядке. Ёк-макарёк. Ну, я еще и Майлза убрал. Подожди. Блин, ты... Блин, ну он обязательно нужен. Ну все, это тогда, ребята, это трэш будет. Офигеть. Они всех вот этих вот персонажей, блин, новых воткнули. А как ими играть, если они у меня не прокачаны? Что я должен делать? Бабок никаких не хватит, чтобы их прокачать. Пав. Ого. А вы все откуда? Если что, я совсем не заплался. Еще и прикалывается дурачок. Ну, давай посмотрим. Блин, вот это бесит. Валькирия меня бесит. Так, ну мы будем здесь, наверное. Кровотечение вешать. Так, Валькирия. Надо тебя убирать, по идее. Блин, еще жива. Вот почему, ребята, говорят, что персонажи не прокачаны. Так, вот это... Ё-моё. Это кто у нас там? Нет, не Хеймдаль, мне нужна вон та дальняя, Сильвия. А это провокацию взяла уже, ну понятно. Да еще и с контратакой. Ну-ка. Какой-то этот напоминает мне... Как его? Из Assassin's Creed. Чувачок-то, блин, еще и... А, так это еще не вся команда была. Ну вообще зашибись. Асгардцы одни, блин. С асгардцами будем, блин, тут еще воевать. Ё-моё. Да уберите вы его, ну, наконец-то. Так, теперь, конечно, бы не помешало бы убрать нам Хеллу.
Луки, вали нафиг, а. Блин. Веном этот. Да вы запарили, кто там? О, еще и Ред... Ой, как его? Короче, Рей там какой-то. А в нашей команде вообще есть хил? Кто у нас там хиляет? По-моему, вот этот Питер Паркер. Если я что-то не путаю, конечно. Да вы заколебали, а? Все ржет, блин. Надо этого как можно быстрее сносить. Иначе, блин, сейчас массовый сделает. А у него еще защита от смерти. Ну, вообще замечательно. Пошли, поехали удары. Блокировки нам поставили. Сейчас будем другого пинать еще здесь. Ну давай его как-то добить надо, блин. Добейте вы уже его, наконец-то. Так, теперь, наверное, будем бомбить Локи, скорее всего. Потому что он тут задолбается отхиливаться и... Что, у него 3 защиты от смерти? Откуда ты нахапал-то столько? По идее, и Локи надо валить, вот этого вот. Локи оказался сосунком. Так, все, этот, по идее, должен... Нет, у него отхил есть. Сейчас мы его добьем. Так, у Хеймдаля 3 защиты от смерти. Давай тогда здесь. Нас спасает только то, что мы, ребята, уклоняемся. Очень хорошо. У нас команда уклонистов, блин. Ну и по всему у них еще и... Не очень высокий уровень, иначе нас тут запинали бы. Она бросается, вот эта вот маленькая дочка его, бросается такое ощущение, что не паутинкой, как будто бы, а снежками. А где Майлз и Хобби? У них неприятности, и именно поэтому мы и здесь. Оба их бро неприятности. Можешь не продолжать. Чем я могу помочь? Чем-нибудь... Чем-нибудь ты да поможешь. Да, денег мало, 6300. Давай посмотрим, что нам на следующем уровне предложат. Неужели опять такую суперкоманду? И... Ну вот, ребят, смотрите. 38 тысяч уже. 38, 37. С каждым прыжком симбионты все ближе к своему источнику силы. Их нужно остановить, пока рыцарь пустоты не успел накопить энергию для нового портала. А, без проблем. И я знаю, как все пробки обойти. И здесь обязательно должны быть все, да? То есть я никого не могу убрать, блин. Ну, давай, будем драться до тех пор, пока нас не вырубят вообще окончательно. Как только нас загасят... Сразу будет ясно, что нам надо будет докачивать наших бойцов. В пробках всегда так. Блин, Магнета тут. Джиггернаут. В общем, ребята, провокаторов очень много. Вон, Пузырь уже взял на себя провокацию. Слепоту плюс положили на нас, на это Магнета. Этот сейчас будет кровотечение навешивать, блин. Ну, мы слепые, как кроты, блин. Мумбати уже хана, ребята, по витру этому. Да ты запарил, дай мне сходить-то, гад, блин. Ходит и ходит без остановки, заколебал уже, блин. Че мы все слепые, как кроты, блин. Вообще ничего не сделать не можем. Да. Слепошары, одним словом, блин. Слушай, а почему у этого, у Джиггернаута уже так мало здоровья? Я что-то не понял, кто ему там накостылял? Да отвалите вы нахрен, а! Заколебали уже, ну серьезно, блин. Ну, сейчас кровотечение еще навешает нам. Почему у нас нет никаких контратак? Ничего нету, блин. Что за команда дебилов, блин?
Наконец-то этого хмыря. Вот эту стерву тоже надо как-то загасить, попытаться. Да и магнета, кстати, тоже вырубить бы не помешало. Что-то у нас как-то такое ощущение, что сбился отряд. Так, магнета минус. Магнета, друзья мои, минус. Ну, как всегда, я говорил, кровотечение будет здесь дохерище. Валим эту стерву. Так, теперь этого хламона. И не завалил. Нет, нормально. Так, теперь жабу. Ну что, гаденыш, блин. Один-то на один все. Хреновенько тебе стало, да, пацанчик? В команде-то ты храбрец. А видишь, Мейден, вот почему злость не надо вымещать силой. Агрессия на дороге с кем не бывает. Не отвлекайтесь, симбионты за собой сообщников вставляют. Да нам плевать. Слушай, ребят, несмотря на то, что у нас как бы слабо прокачанный отряд именно по мощам, тем не менее мы наваливаем противникам. Очень даже неплохо наваливаем. Так, что у нас тут? Ё-моё, это семя зла. Почти полный состав. Ну, по крайней мере, вот эти вот три точно оттуда. Ну, давай. Я бы, конечно, вместо вот этого взял бы с удовольствием бы магнета. Но, видишь... Ой, магнет, тьфу ты. Майлза Морализа. Но нельзя. Так, подожди, мы немножко накопили 19 тысяч всего лишь. Что нам 19 тысяч дадут? Что я могу прокачать на 19 тысяч? Вот скажи мне на милость. А? Ну, уже 39 тысяч, ладно. Так, участвовать в рейдах? Ну, там, по-моему, ничего не накопим. Так, я сейчас здесь быстренько сыграю партийку. У нас просто энергия есть. Ее бы слить не помешало бы. Она все равно с 12 часов ночи именно, с нуля. Она вся сгорает, ребята. Она не идет накопительно. Если бы она накапливалась бы постоянно, это было бы хорошо. А так у нас вот повышается множитель. Ну и, соответственно, чем выше множитель, тем лучше награда. Но тут уже, смотри, противники пошли какие. Ну, эту команду-то мы разнесем. Это 100%. Так, эту под вопросом. Вот эту разнесем 100%. Эта команда нам ничего не сделает. Так, все. Забежим в магазин. По идее, нам деньги нужны на роук еще. Роук нужно прокачивать. Ну ладно, это потом, потому что у нас... как бы тебе объяснить? События на роук вечные, да? Так скажем, постоянные. А на паучью вселенную он ограничен. Там осталось, по-моему, меньше 2 недель. Меньше 2 недель. Так, все вроде бы, да? Больше... Да, больше ничего не могу сделать. Эх, так, погоди-ка, что? Да ладно. Последнюю надо будет прокачать еще, ребят. Он будет у меня по изофуловым. Давай искать этого. Повитуху. Можно так его назвать. Повитр. Ну где ты опять ныкаешься? Наверное, а, вот он, вот он. Да ладно, уровень не будем прокачивать. Давай лучше шмотки оденем ему. Укрепим его по мощам. Не очень, конечно, сильно укрепляем, но... Хотя бы так.
Я еще, ребята, подожди, энергию не слил. Ну-ка, сколько там тебе еще искать? О, ёп, просто дофига. Всего лишь 3 найдено, зашибись. Да, давай тратим. 1 нашли. Давай тебе попробуем найти. Ать, ладно, потратим. 2. Так, а у тебя что? У тебя тоже не хватает. Ну все, с этим разобрались. Забираем здесь. Оп. Так, скоро получим 10 этих, а у нас будет 77. Нужно будет еще 23, получается, да? 23. Я даже если это событие, ребята, полностью пройду, я не получу. У меня здесь 10 и 15. Там не хватит 7 буквально. А рейды у нас новые уже? А рейды у нас новые. То есть у нас закончились старые. Давай вступим. Быстренько тоже, ребят, пробежим сейчас. Тем более нам принимать здесь участие не надо. Мы с тобой на автобой проходим это. Тем более бабло небольшое, конечно, но зарабатываем. Там по 9, по 10 тысяч. По 7. Так, давай сюда. У нас энергии сколько было? 50? Я что-то не обратил внимания. Нет, видимо, меньше было. Потому что 16 осталось. Должно быть 20. Да. Трешечки не хватило до десятки. Ну и фиг с ним. 2714, а нужно 2800, чтобы приобрести карточки на какого-либо персонажа. Ну а здесь я особо сильно, ребят, не прогрессирую. Но стараюсь. Пытаюсь, как говорится. Так, этого убираем, ставим. Вот так. Вот так даже сделаем. Сколько я тут? 3 или 4 поединка максимум выдерживаю, все, дальше меня просто разносят в хлам. Не тянет команда. А не тянет она из, наверное, мне кажется... Ну, во-первых, солянка здесь. То есть... Да вот, наверное, здесь мы и отдуплимся уже. Лекаря нету, грубо говоря, в этой команде у нас. Если бы был бы кто-нибудь... Да тут даже из доступных нету медиков никаких. Вообще. Ладно, фиг с ним. Нету медиков, ребят. Приходится вот так вот. Ну, здесь, наверное, нас положат. Кого-нибудь там да уронят. Да, аж троих уронили. Аж, ребят, троих уронили. Ну, у нас... Вот для чего, ребята, я этого качаю. Хочу, чтобы у меня фуловая команда была ее взять. Но вот это вот медик просто ни к селу, ни к городу здесь. Просто ни к селу, ни к городу. Ну, я имею в виду про ночную сиделку. Так, все, больше я здесь пока сделать ничего не могу. Забираем, видимо, награды. Давай, 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 давай. Так, 25 тысяч. Итого 196 тысяч, ребят, накопили. То есть можем... Блин, мы в войне проигрываем. Можем этого... Витра еще качну чуть-чуть. Или же, ребята, роук. Давай, наверное, на роук скинем немножко. Капельку буквально тоже. Чтобы она уже не в самом дне была. Хотя бы чуть-чуть. До хрена. 35 уровень ей сделаем. И до пятой категории прокачаем.
Так, бей красавица, что это такое у нее? Наносит основной цели 90% урона и накладывает оглушение. Наносит всем остальным врагам 90% урона. Копирует и снимает до двух случайных положительных эффектов. Так, с одного случайного врага, у которого есть эти эффекты. Дает 100% дополнительной концентрации для этой атаки. Этой атаки невозможно избежать. Нормально. Угу. А тут что у нас? При появлении накладывает усиление защиты на персонажа и всех союзников из неодолимых людей X. В космическом испытании накладывает оберег на персонажа и всех союзников из неодолимых людей X. В начале хода восстанавливает 10% от максимального здоровья этого персонажа. Когда у союзника из людей X остается менее 50% здоровья, дает провокацию. Когда у персонажа остается меньше 50% здоровья, снимает с него провокацию. Оберег не позволяет снять провокацию. Дает 10% максимального здоровья. Пока у этого персонажа есть защита от смерти, дает 50% к сопротивлению. Клоны этого персонажа имеют меньшее максимальное здоровье и скорость, чем стандартные клоны, и не могут достичь максимального уровня способностей. А клоны это в плане... Чё за... Ну это если только кто-то сможет клонировать, например, как этот зловещий. Он же имеет способность клонировать. Наверное, в этом смысле они имеют в виду. Ладно. Друзья, это все понятно. Давай дальше попробуем. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь постоянно? Так, сколько тут? Да еще дофига. Ну-ка. Давай смотреть. Команда паучков, блин. Ну тут уже более такие, да, как бы. Вот есть обычные пауки. Этих-то, с ними в два счета управимся. Да, конечно. Так, а вот, ребята, зловещий, мистер зловещий. Блин, Кристалл. Ну такая тут команда, если честно. Блин, и эту надо бомбить. А этот уже провокацию на себя наклеил, а? Уже наклеил на себя провокацию, гаденыш. Кого он там вселился? Блин, зловеще. Блин, ну это что, провокация там до сих пор стоит? Я не вижу. И вот эту швабру нужно. Да всех тут надо потихоньку, ребята, уничтожать. Ты заколебала уже. Ну вот, кого он там? Вон он кого скопировал. Павитра. Ну, у нас уклоняшки плюс... Ага. Не совсем 100%, чтобы сработало. Сопротивление у нее. Иммунитет. Да еще не сдохла. Нормально. Ё-моё, вот она. Надо темного зверя, по идее, уничтожить. Блин, тот уже провокацию на себя наклепал, а? Давай зверя. Есть. Так, кто у нас тут? Немезиса, блин, сейчас начнешь жарить. Плохо, плохо дело. Коленочкой давай. На. Чё такой жесткий-то? Так, допустим. Немезис будет сегодня падать у нас или нет, блин? Нифига не падает. Завалили. А ты-то что лезешь-то? А? Так, зловещего теперь надо, ребята, вырубать.
Да их тут двое осталось. Давай автобоем добьем. Да, наша команда по мощам намного слабее, ребята, но по эффективности очень сильная. Нормально так раскирачили их. Это там было 30 тысяч, сейчас будет, наверное, все больше, больше. Уже, видишь, уже 40 тысяч мощей. Тут уже, наверное, 50, нет, 40. 39, как-то непонятно. Блин, вот с этими... О, ё-моё, тут команда солдат. Это, вот это будет паршиво. Ладно, давай еще смотреть, ребят, как у нас тут. Не могу больше бежать. Я давно в тренажерном зале не был. Дыхалка уже не та. Слишком поздно, нас уже не остановить. Ого, это портал не такой же, как предыдущий. А что в нем не такого? Сами симбионты решили сюда к нам выйти, что ли, показаться? Так, мы их сейчас быстренько... И расфигачим. За нами дело, как говорится. А если я поставлю автобой? Он справится? Блин, команда этого, блин. Бесява, бесява, конечно. Да, круто они промахиваются, я тебе скажу. У них иммунитет, у некоторых. Кручение давай на них. Отлично. Призрачный гонщик. А у Павитра... Все, ребята, у него хил. Ему запрещено хиляться, его сейчас отдуплят. Его уничтожит сейчас. Он не сможет хильнуться. Нет, смотри-ка, хильнулся. Хилка только слетела, сразу же захилялся парнишка. Ну чё вы там, справитесь, нет? Достал уже этот призрачный гонщик. Слушай, ну какая-то жесткая команда. Посмотри, как мы ее тут очень долго с ним мурыжимся. Дай-ка я, блин, сам сыграю нафиг. Что-то делать не так, как надо мне. Они бьют всех разных. А, понял. Но это в гаденыше провокация стоит. А если с коленки его? Нормально так, да, Паркер там? Разгуляйку сделал. Да сколько там у него, блин, защиты от смерти? Это не могу понять. Что он не сдохнет-то никак, блин, наконец-то. Во-во, пошло, пошло, пошло. Танос этот с двумя защитами от смерти больше нету. Готов. Ну чё ты, гонщик? Догонялся, блин. Сдохни. Так, еще следующая семерка. Попробуйте теперь нас найти. Найдем. Так, Капитан Америка, блин. Но ослабление, ребята, офигенная, кстати, штука. На 50% сразу идет сокращение. Ой, не сокращение это. Блин, он в инвиз ушел. На 50% ослабляет защиту. Опять эти ублюдки, а. А, все, этот сдох. Поехали. Ослабление, замедление, нормально. Почему их в первую очередь, ребята, бомблю? Если я даже буду вот этих задних долбить, эти в провокацию все равно встанут. Поэтому мы их просто на контратаке будем добивать, бомбить. А с этим нужно уже в наглую разбираться. Поехали. Замедление, замедление. Мне бы сейчас бы кровотечение бы повесить бы на них, было бы вообще шикарно. И вот то, что мне нравится, что Павитр может бомбить даже чуваков, у которых стоит контратака, не боясь на то, что они его
будут бомбить, ну, в ответку. Они не могут отвечать контратакой. Кровотечение давай. 6 кровотечений. Он должен, по идее, сдохнуть уже, блин. Блин, ты какой жесткий. Не жесткий, а твердолобый, блин. Фиг пробить. Да все, ему крышка. Нормально разобрали. Так, а это последние два. Просто попасть не могут. Нифига она там и нахилялась. И две защиты от смерти у нее. Но это ее не спасло, как ты видишь. Ну что, наверное, все, до свидания, я могу ее сказать. У нас проблемы. Я не вижу нити, по которым можно их отследить. В смысле, неужели есть вселенные, где нет ни одного Человека-паука? Нам нужен тот, кто сможет их найти. Есть у меня одна знакомая девчонка. Так, только не говорите. Сейчас мне, знаешь, что скажут, ребята. Нужен будет новый персонаж, который еще у нас не введен в игру. Ну, как бы он введен в игру, но на него нет из события. Это робот, с роботом, короче, я так понимаю. Вон, миссия недоступна, видишь, написано. А осталось всего лишь 11 дней, друзья мои, до конца. Вот. Коничива. Робот СП вперед. Вот этот персонаж нам понадобится. Блин, а потом... Офигеть, они только еще здесь отдают. А потом, ребята, вот это еще попробуйте пройти. Ну тут, смотри. Только персонажам паучьего сообщества требования 14 категория. Ты прикинь, их до 14 категории прокачать всех надо будет. Ну они вообще брякнулись, блин. Я не знаю, как тут люди будут донатить, наверное, жестко, чтобы, чтобы хоть как-то это прокачать. Вот он. Пенни Паркер. Пенни Паркер управляет роботом SPDR вместе со своим другом, радиоактивным пауком, с которым она разделяет психическую связь. Ага, они дают энергию союзникам и создают защитные барьеры. Ну, этого персонажа пока... получить негде. Ну, в любом случае, нам он понадобится. И, опять же, я буду, ребята, на него пытаться накопить. Ну, а на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.